Музыкальная энциклопедия. Гармонь – это очень интересный музыкальный инструмент. Он и не струнный, и не ударный, и не духовой. Он клавишно-пневматический, потому что у него есть клавиши, кнопочки. Музыкант нажимает на кнопочки, и раздается звук. Правой рукой музыкант играет мелодию, а левой аккомпанирует. В середине находится меховая камера, в которую накачивается воздух. Воздух накачивается к звуковым планкам гармошки, и она звучит. Именно поэтому инструмент пневматический, в нем работает воздух-невидимка. Нельзя утверждать достоверно, где именно впервые была изобретена ручная гармонь. Широко распространено мнение, что гармонь была изобретена в Германии в начале XIX века, а также некоторые считают гармонь русским изобретением. Согласно исследователям искусствоведа Альфреда Мирека, первая гармонь появилась в Санкт-Петербурге в 1783 году стараниями чешского органного мастера Франтишика Киршника. Но существуют и другие взгляды на этот вопрос. В конце лета 1941 года на фронт для поднятия боевого духа советских солдат было отправлено около 12 тысяч гармоний, а осенью того же года более 60 тысяч. Русские гармонии делятся на два вида по типу извлечения звука. Первый тип – это гармонии, у которых при растяжении и сжатии мехов каждая кнопка при нажатии дает звук одной и той же высоты. К первому типу относятся такие гармонии, как ливенка, русская венка и хромка. Второй тип – это гармонии, у которых высота звука меняется в зависимости от направления движения мехов. Это тальянка, черепанка, тульская и вятская гармонии. Можно разделить гармонии по типу правой клавиатуры в зависимости от количества рядов кнопок. Это однорядные, двухрядные и трехрядные инструменты. Самая распространенная гармонь в наше время – это двухрядная хромка. В России существует музей русской гармоники имени Альфреда Мирека. Он отличается многообразием гармоник разных конструкций и моделей. От самой первой гармоники до современных концертных баянов и аккордеонов. В экспозиции музея можно проследить всю историю развития инструмента, популярного не только в нашей стране, но и за рубежом. Это уникальная коллекция музыкальных инструментов, афиш, фотографий, документов, звукозаписей, учебных и архивных материалов. С 2017 года музей стал филиалом Мемориального музея Скрябина.